еще раз. Еще раз. Катя, Катерина. Эх, душа, словно как ты сказка. Хороша. Зачем ты, когда аргументы кончаются, понимаешь, люди начинают драться. Нет, знаете, что я думаю? Просто вот ребята молодцы, что нам присылают, потому что мы сегодня пошли устраиваться на работу и не смогли. Вообще нифига. Кошмар. Ну реально, мы пробовали везде, во все магазины. Здрасте, возьмите на работу меня, пожалуйста. Нет. Кладовщиком хоть. Он может дегустировать помидоры, возьмите на работу его. Да? Я могу жонглировать. Ты жонглир, осторожней, помидоры не это, не испорти. Положи помидоры, положи. Неся, все, извини. Не трогай продукты. Он просто чуть-чуть этот, это брат мой, он странный немножко. Ладно, не возьмете нас. Как он странный? Ну вот странноватый, все время надо что-то ему потрогать, все. Это ключ от моей квартиры. Ну я приду. Я же попробую договориться. Не надо со мной ничего договариваться. Да возьмите. Потому что таким поведением дурачиться вон на улице. Да я пол могу помыть, реально. Да не надо, ну вы что, глупые что ли? Все, ладно. Тебе надо голос повышать. Все, я понял. Ну теперь я могу делать ключи, Вась. Я могу теперь своей перепиленной фирмой еще заниматься и ключным делом. Так я мячи купил. Зачем? Жонглировать. Зачем ты купил мячи? Жонглировать. А чё, что? Скучно все время, подыхаем тут, сидим в карты эти, рубимся, как эти, откидные эти. Я почувствовала себя, что так меня легко обмануть, вот все эти люди за последний период времени просто меня так сильно обманули, и я всегда им верила и доверяла, а оказалось, что меня очень легко обмануть. На что ты злишься?